Всем привет! Снова играем драфт по сплоченной доминарии. С нами Наталья Валерьевна. Привет. Поехали. Так, что нам сегодня дадут, как вы думаете, Наталья Валерьевна? Бомбы. Бомбы? Какие? В каких цветах? В зеленых и в черных. В зеленых и черных бомбы. Все, поддерживаю. Очень хочется зеленые и черные бомбы. Так, дали белую. И это хорошая карта. С First Strike'ом, с бдительностью, с лайфлинком. Когда выходит на поле боя, на поле битвы, вы можете положить карту ауры или снаряжение из вашей руки или кладбища на поле битвы, прикрепленного к Данити. Это очень хорошая, это бомба. Ну, но не черный, не зеленый. Но белый цвет в этом сете вполне себе играбельный. И эта карта реально хороша. За 5 ман столько обилок. Как ты считаешь? Как ты ее оцениваешь? С First Strike'ом не тапается, с лайфлинком 4-4 за 5 маны. Когда входит на поле битвы, можно положить карту ауры или снаряжение из руки или кладбища, сразу же прикрепленную к ней. Не поняла, какую карту положить. Ну, энчантмент, который вешается на существо, можно положить. Или артефакт, который вешается на существо, тоже можно сразу на нее кладешь. И причем даже из грейвьярда. Все, белые закончились. Зеленых нет. Я тебе больше скажу, тут вообще нет ничего, что я бы хотел взять. Бери землю. Ну вот с белым, если взять землю, да? Угу. Можно, конечно, взять лошадку, но он такой. За 3 маны 2-1 это не очень хорошее. Бери пока землю, если ничего нет такого хорошего. Землю гарантированно нам не нужны. Ты в любом случае ты положишь эти земли, так что брать надо, если хороших существ нет. Может быть, вот этого попробую? Но я вряд ли буду им одновременно играть с этой картой. Ладно. Здесь, конечно, Citizen Arrest. Гражданский арест. Да, гражданский арест. Вот Лагомас тоже ничего. Так, а чтобы этот хорошо играл, нам нужно или ауру, или снаряжение какое-нибудь подобрать. Так, героический натиск нам бы тоже подошел. Ну, пока гражданский арест. Беналийский спящий агент. Ну, вполне. Черно-белая вообще неплохо играет колода. Может быть, взять Фариксийское неистовство? Мы можем собрать черно-белую. Вот. Уж эта карта точно лучше, чем спящий агент. Берем. Здесь взмах хвостом. Смотри-ка, какой. Тоже не тапает с пробивным ударом. Когда атакуют, все атакующие существа подошнуры получают +1/+1 до конца хода. Другие красные атакующие существа подошнуры получают пробивной удар. Это очень крутой эффект. Так, ну надо красную много брать, получается. Там ну, две красные. Возьмем красные, если будет. Значит, надо... Земельку красный. Мы, кстати, взяли в цель. Да? Так, уничтожить зло, наверное, да? С другой стороны, ударный отряд из Скелда тоже хорош. Его может еще вернуть с круга. Ну, не с круга, а вообще много раз возьму, мне кажется. Ладно, все-таки его возьму. Так.
Гоблин-сортировщик неплох. Расплавленное чудовище. Тоже ничего. Но я гоблин-сортировщик хочу взять. Двойной пламенный натиск. Воззвание капитана. Или еще одна земля. С другой стороны, и двойной пламенный натиск неплох. Все хорошее. Нет, возьмем воззвание капитана. Так. Слушай, красный-то открыт. Все красные карты передают. Да, только вот сочетание красного и белого это вот самое наихудшее. Ну, смотря как собрать, возможно. Так, черный. Это мы убираем все. Топорик пока возьмем, да? Угу. Синяя карта очень хороша. Но мы ее не будем брать. Мы скорее возьмем объединить силы. Есть. Решительное подтверждение. Взял один артефакт снаряжения. Ну, если уж у нас есть Данита, то почему бы не попробовать сразу, чтобы она выходила с топором. Это он тогда будет не 4-4, а сразу же 6-4 со всеми своими обилками. Не люблю красные белые. Ну, у нас здесь как минимум есть одна бомба. Так, здесь лучше, конечно, Фериксийская проповедница. Но нам нужно будет черную ману, чтобы ее эффективно разыгрывать. Но она очень хороша. Наследие героя еще лучше, чем топор покорителя, да? Так, гоблин-сортировщик. У тебя уже есть один. А мне нужно больше вторых дропов. Больше, больше. Красно-белая должна быть быстрая колода. Потому что в затяжной игре мы точно не выиграем. Нам нужно как можно быстрее убивать. Тебя разве атакующая? Несомненно. Несомненно. А бивни где? А в том все и дело, что красно-белый не столько бивни, сколько скорость важна. Но бивни мы тоже можем брать, конечно. Вербовкой, да? Да, вот его мы можем взять. 3-4 все. Он с вербовкой. Он когда идет в атаку, ты можешь тапнуть любое существо, и его сила прибавится к его силе. Он может быть... И у него пробивной удар. Он может нормально втащить. Так, здесь ударный отряд из Скелды, но есть и Citizen Arrest. Нам нужно, конечно, ремувал брать. Вот, красно-черный подойдет. Хорошо. Скользящим по ветвям вяшина. С раскачкой. С кикером его не обязательно даже играть, он и так будет за единичку 1-1, но за 3 маны он будет уже 3-1 раскачиваться.
11.7. Окей. Героический натиск. Второй. Вряд ли мы будем брать, скорее существо возьмем. Ну, что? Сплэшить какой цвет будешь? Черный. А где у тебя черный? Вот. У меня для кикера вот. Буду сплэшить его. Может, красно-белый не будет играть. Это я. Ну, давай попробуем. Может быть, именно этот билд будет. Нечего пробовать, не будет она играть. Да мы играли... О, Кви, смотри, в цвет дали. Но есть еще Lightning Strike. Ну нет, я существо возьму, конечно. Если удар грома с круга вернется, будет хорошо. Но, конечно, не вернется. Может быть, красно-черная земля вернется с круга. Тогда ее возьму. С круга уже земля тебе не вернутся. Ну ладно, у меня все-таки двухцветка всего лишь. Мне не нужно там синий, зеленый, белый. Мы возьмем Кви. Отлично. За 3 маны 4 дэмэджа инстантом. А если с кикером, тогда еще получаешь 4 жизни. Неплохо. 13-10. Так. Топор мне не очень нравится. Палангу, конечно, возьмем. Так, стальной кулак уберем. Ну, воззвание капитана это тоже существо, так что скорее 15-7 пока. Потому что там сразу три существа. Еще один ремувал. А это что делает? Ох ты, это сильно. Каждый раз, когда другое существо под ваш кулак умирает, если оно было атакующим, возьмите карту. В противном случае Гарн, Кровавый Кулак, Келден. Это очень неплохо. Тем более черный у нас есть сплэшовый, да? Возьмем. Черный, так. Берем Феникса. Так, вербовщик. Отличное существо. Серные источники можем взять. Да. Черную, наверное, надо будет еще. О, еще один ударный отряд. Блин, уже две штуки. И еще земля, смотри. Так, ну, три земли с красным. Разящий. Так, качество существ высокое. Теперь надо определить, какие у меня карты самые слабые, и убрать их. Оставить только самые сильные. Это тяжеловато. Вот. Так. Интересно. Красно-белое с небольшим черным сплэшем. Четыре карты лишние. Восемь. Какие самые... Так, во-первых, курву посмотреть. 4. Это дешево будет играться. Это как бы у нас
крутая карта. Да, Виашину уберем. С другой стороны, а что мне его убирать? Зачем? Скорее надо птенца Феникса уберем. Вот. А я их не два, нет, не два, по-моему, они только. Так, харизматичный авангард уберем. И еще одну карту убрать. Что бы еще нам убрать? Яростный рев уберу. Вот так, 16-7. Так. Красный, черных у нас получается 3 источника. 3 источника. Красного и белого примерно поровну. Это вот 2, 3, 4 красных. Один белый. Четыре белых, еще по 5, да? 2, 3, 4, 4. Три черных хватит нам источника? Ну да, наверное, хватит, потому что у нас, собственно, одна карта с черным и одна с черным кикером. Да. Три, наверное, хватит. Раз, два, три, четыре, пять красных. Два, три, четыре, пять. Да, хватит. Топорик засунуть, не засунуть. Ну, только ради Даниты, мне кажется, топор нет смысла, наверное. Да? Не настолько хороший артефакт, чтобы прямо вот его место занимать в колоде. Ну, попробуем. Как оцениваешь колоду? Мне не нравится. Не нравится, да? Давай попробуем. Thank you.
Почему ты его сразу не поставил? Инстант в конце хода, чтобы не убили. То есть я потратил ману в конце хода противника, и он встал. Ну, так ты мог бы заблокировать. Ну, сдать их, да. Сдать, ну, я не очень хотел. Так, подожди, сейчас. 2+2 до конца хода. Нет, боже. Так. Очень сильный эффект у этой Тори Довинант, всадница ярости. Ну, скорее всего, его убьют сейчас. Потому что если его не убить, игра скоро закончится. Понятно. Так, 2. 3, 4, 6. На 6 можем, да, влупить? Вот так вот. Следующим ходом попробуем героический натиск сыграть и убить уже, да? Допустим, заблокирует самых жирных. Ну, вот эти. Так. Пробиваем на 2, 3, 4, 5, 6. Мало. Мало. Ну давайте сейчас вот всех поставим.
Если сейчас в атаку бежать, ну понятно, этого сожрут. Этого сожрут. Пробьем на 2, 3, 4, 5. Нет смысла. Следующим ходом побежим уже с героическим натиском. Должно хватить. На кикер, правда, не хватает. Но в целом... Неплохо, неплохо. Один ноль, продолжаем. Второй раунд. Так, белой нет, но нам пока белая и не нужна. Потому что эту мы только с кикером захотим играть. Да? Есть ремувал. Может, зря растоптать в прах положил колоду? Надо подумать, будет она играть, не будет. Сбросим сейчас подрога. А нет, не надо, вовсе не надо. Можем уничтожить артефакт, только чуть позже сделаем, на следующий ход. Так, рампа. Посмотрим, что выставит. Хорошо.
Так, эту карту мы скинем и подроем что-нибудь другое. В атаку. Нет, спор, да? Еще два хиточка. Все. Так, ну в принципе эта карта тоже нормальная. То есть либо токенов убивать, либо артефакт, либо стенку. Сойдет. Можно играть. Так, 2-0. Третий раунд. Наталья Валерьевна, вы уходите как раз, когда финальный замес. Вы уже пропустили два раунда. Ты хоть выиграл? Да, 2-0. Оставлю. Ну вот тут даже не знаю, в атаку бегать, наверное, нет. Почему нет? Может быть, лучше сбросить я землю? Я бы принесла, пока есть возможность. Пока есть возможность. А что мы будем играть этим ходом? Поставить ее без кикера? Нет, лучше с кикером. А с кикером это доставать из грифьярда? Пока нечего доставать. Поэтому я говорю, что, наверное, лучше сбросить карту и взять карту. Скину вот эту, потому что у меня черная уже есть. Видишь, флудит. Без кикера. Так, ставим. И пока... Сходим этим в атаку, потому что он его убить не сможет, а две жизни мы погибнем. Угу. Так. Убивать, наверное, будет, да?
Я бы убил сразу, если есть чем. Ага, убивать пока нечем. Так. Все получают плюс один, плюс один. Красный пробивной удар. Ну, скажем так, пока... Пока не могу, да? Так. Красный... Красный, белый. И вот это тоже ставим. Стоим пока. От этого избавиться, и тогда будет атака вообще намного. Даже этот не так страшен. Но тоже, конечно, неприятно. Ладно, наращиваем стол. Ладно, побежали. Жалко, да, конечно. Кучу существ. Я смотрю. Зачем? Ну, ты читаешь вот карты, что вот на это было написано? На это было написано, что каждый раз, когда другой существо, даже который умирает, если оно было атакующим, возьмите карту. То есть я рассчитывал взять много карт. Я же не виноват, что у него был залп артиллерии, и он его убил в начале атаки. Я рассчитывал за каждого погибшего взять по карте. Да, не получилось. Ага. Ладно. Стоим пока. Много-много у него жиробас. Ну, понятно, зеленые.
Стоим. Нам нужна, да, раскачка всех. С другой стороны. Может быть, и так хватит, да? Ну ладно, еще одну карту попробуем поднять. Хватит лаять. Сдался. Слишком широкий стол для него. Пробиваю. Чувак не стал дожидаться атаки. Ответов, видимо, не было. Это ему повезло, что у него был ответ на то существо. То бы я сразу полную руку бы еще карт набрал. И следующим ходом я бы его уж точно запинал. Так, 3-0. Четвертый раунд. Так, на сколько побед, говоришь, колода? 3-4. 3-4. Ну, 3-то уже есть. Угу. То есть больше 4-х ты не веришь, что она сыграет. Красный-белый, но качество, но качество карт очень высокое в колоде. Посмотрим, синергия определенная есть. Тем более тут видишь еще небольшой сплэш черного ради карты, которая дает большой дров при атаке. Ну, за счет погибших существ. То есть мы можем атаковать и тут же, ну то есть даже если гибнут, тут же наполнять руку снова. Оставлю. Привет. Потратил на гоблина удар гром. Гоблин, конечно, неприятный, но тратит на него удар грома даже не знаю. На кого она лает?
Двумя бы, конечно, не блокировала. Да. Чё ж ты не подумал? Там гарантированно была раскачка. Ошибся. Ну ты же мог двумя сблокировать, что наверняка. Ошибся. Была мысль, да, двумя, но что-то потом подумал, и так хватит. Ошибся, да, да. Ты права. Надо было двумя. Конечно. Там понимаешь, какая фишка? Я думал, что сейчас двумя заблокирует, он выберет ту первую и убьет. А так я как бы просто убиваю его без размена существ. Но у него была защита. Пожадничал, пожадничал. Мысль-то была заблокировать двумя. Как говорится, жадность фрай разгубила. Ладно, ладно, играем дальше. Ну попробуем, мне кажется, можно попробовать. На второй ход мы поставим связующего веры. И красная потом придет. Гоблином сортировщиком, если что, мы найдем еще землю, если нам не будет хватать. Попробуем. Неплохо. Так, оппонента скрючит. Так, насколько я пробью? Плюс два, плюс один. 2, 3, 4, 5. Ну, контра нужно. Этим ходом еще не убиваю, да? Тогда просто пока сгоняем. Вот, теперь поставим этого. А это в конце хода. И тогда убьем. Поскрючим. Ну, ладно. Я, конечно, рисковал, что без красной начал, но у меня было что играть. Хотя бы одна карта у меня была, которая уже не нужна. Так, 4-1. Продолжаем. Так сколько, говоришь, побед-то сделает колода? 3-4? 3 уже сделал, 4 сделал. Может быть, 5? Я пока проиграл, собственно, из-за одной ошибки. Партию. Не надо делать такие ошибки. Не надо, да. Я мог бы выиграть. Надежнее надо играть. Согласен. Там хоть это существо, да, и сильное было, но у меня же был как раз трюк. Я двумя-то существами надежно его блокировал.
С другой стороны, может быть, там был ремувал в руке. Кроме прокачки, мог быть ремувал. Он мог, например, убить его, а того сожрать. То есть тоже не очень хорошо. Но правильно, да. Правильно было блокировать двумя. Окей. Так, слишком много земель. Какой-то перебор. О, без кикера. Так, флут нам не нужен. Флут это плохо. Тоже без кикера. Много теперь. Много. Это гоблин пришел много. Да, да, я тогда покупил. Несомненно. Так. Подменяться на эту? Нет, наверное, пока не стоит. Мы лучше нарастим. Нарастим стол. Почему он другую землю не класть черный? Могу ее положить. В любой момент я могу положить. Растим стол. Конечно, без блока. Там что, масс ремувал какой-то? Ну ладно. Нет блоков.
5, 4, 5. Красный. О, надо было бесцветный, конечно, нажимать. Красный, белый. Два, три, четыре, пять. Ну, без разницы. Ты опять пропустил, Наталья Валерьевна, все. Ну, ты почти с какой идут, так... 5-1. Так, колода быстрая. Понимаешь, там вот даже блокеры стоят, там он ошибку совершил, я сразу пробежал толпой на 11. Понимаешь? Ну ладно, давай. Шестую делаем победу. Ты же сказала 3-4, а уже 5. Хорошо, я рада, что я ошиблась. Хорошо, да. Так, опять земель многовато, а существо только одно. Ну ладно, посмотрим. Эта карта не очень. Я ее, наверное, сразу убью. Или в респонс. А, это волшебство. О, не могу. Убьем сразу. Угу, он качается, каунтер кладет, дровается с достачем. Он это рара, и она даже в констракте играет. Она очень-очень неприятная. Потом раскачается, я вообще ничем его не убью. Дестачер. Ну, на эту я, наверное, хочу разменять дестачер, да? Придется. Или даже на этого. Да, нам он не нужен на столе вообще. Скорее всего, он даже пропустит сейчас. Ему наверняка хочется ману поднимать. Да, видишь, что? Нет, а мы поставим вот такого. Красную достал. Но что же дальше? Убил одного.
За две черных, по-моему, нет ремувала. За две черных, да? То есть, если мы побежим этим, дадим ему эту силу, это будет 7, 8, 9. Он его блокнет, на единички повесит. А если мы пойдем двумя, он этого блокнет. И мы пробьем только лишь на 5. На 3 повесит. На 3 повесит, но мы погибнем жизнь, да? Давайте. Угу. 4, 5, 6, 7. Так, сюда пробьет на единичку. 5, 6, 7, 8, 9. Убиваем. Че он там считает? Убиваем. Тогда убиваем. Можно было перед началом боя раскачать, кстати, обоих, потом этим побежать в атаку, а этого завербовать. И тогда бы тоже пробил. Это я уж потом во время атаки. То есть до боя можно было сыграть. Не додумался. Ну ладно, он неправильно блоки расставил. Все. 6-1. 6-1, хорошо. Так, 6-1. Ну давайте еще. Финального босса замочим. Ну, это колода быстрая. Плюс из-за того, что много мелких существ и есть раскачки сразу всех, или там двух, ну, то она очень может больно пробежать широким столом. Очень больно. Даже жирные блокеры не спасают. Так, хорошая рука стартовая. Оставляем. Идут. Этого убить хочет. Лудит. Мы можем его достать, да? Между прочим. Жалко, что не на стол. Ну, ты хочешь эффект за 4 маны и существо 2-3 с лайфлинком, и плюс еще сразу в стол? Ну, это... Сразу в стол это дорого стоит. Mm-hmm.
Его ставим. Так, кого будем убивать? Ну, этого по-любому будем убивать, да? Mm-hmm. Вот, можем это, ну, скорее этого надо убить, он слишком жирный, да? Этих просто разменяем. Я думаю, так правильно. Mm-hmm. Все, не выдержал. Ну, извините, такая колода. 7-1? Красное-белое? Ну... Красное-белое, это же ваш любимый магазин, Наталья Валерьевна. А вы не верили в эту колоду? Это неплохая красно-белая собралась. Ну ладно. Тут хорошее качество существ было. Хорошо. Давайте еще раз посмотрим, что было в этой колоде и что играло реально. Так... 7-1. И причем, да, партию, которую я проиграл одну, это я просто тупанул, не заблокировал двумя существами. Я бы мог ее еще, наверное, и вытянуть. Так, что здесь было хорошее? Этот не играл, он филлер и филлер. Это играла карта. Это прекрасно играл. Сейчас вытащила нам опять ключевое существо. Эти отлично играют. Циклят земли. Растоптать в прах сыграла. Этот вообще, по-моему, не выходил. Вообще ни разу не вышел, хотя на него тоже я ставку делал. Да. Ни разу не вышел. Это отлично играло. Этот летал. Эти не выходили. Один раз, по-моему, вышла одна, хотя их две в колоде. Кову играл? Скви разок сыграл. Этот отлично играл. Ремувал играл. Эти, по-моему, один раз тоже только вышли. Так, греческий натиск играл. Громила играл. Этого сразу убивали, он, помнишь, да, он побежал в атаку, все, его сразу, ну, потому что эффект слишком сильный. Это отлично играет, этот играет, ну, это играет, все, отличная колода. Итак, ребята, если вам понравилась колода, если вам понравился этот драфт, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и всем пока.